Ребятки, всем доброго утра. Наконец-то вот вышли со своей луночки прогуляться. Посмотрите, какой туман у нас. 8 утра. Ночью немножко был заморозок, и вот теперь вот такой вот туманчик. Ну, слава богу, нет дождя, нет ветра. Тихо, это уже радует. Так, луна моя вот наслаждается природой, свободой. Похудела, капец как. Вообще такая тоненькая стала. Ну, представьте, 8 щенков ее сосут несколько раз в день. Ну, это ничего, она, конечно, потом восстановится со временем. Понемножку выгуливаем ее, нагуливаем аппетит. Хотя аппетит у нее, конечно, отличный. Луна, не надо, пойдем дальше. Так что сейчас немножко прогуляемся, подышим свежим воздухом. И займемся своими домашними делами. Люна, покажись ребятам. Кудырба моя. Пойдем гулять. Стоит, ждет что-нибудь вкусненькое. Сейчас я тебе дам. Пошли. Пошли гулять, Люна. Пойдем. Идем по нашему обычному маршруту. Небольшой круг сейчас сделаем. И достаточно. Вот такая погода сегодня у нас. И, наверное, всю неделю будет стоять вот такая вот. Ночью заморозок. Ну, а днем будет плюс 7, плюс 8 утра. Ой, ребятки, как же хорошо здесь. Птички поют. Вообще, блин, благодать. Дятел, что ли, стучит там. Ребят, посмотрите днем теперь, какая у нас погода. Если ночью небольшой заморозок, утром туман, то днем голубое небо светит. В общем, вышло сейчас снять быстренько вам видео, потому что сейчас у нас такой этап, что приезжают люди, выбирают щенков, резервируют. И вот сейчас только одна уехала. Сейчас пока есть время. Между стирками, уборками. Сейчас пожарим шашлычки, покушаем. И потом будем встречать других гостей, которые хотят выбрать щенка. Покажу вам сейчас еще щенков. Сегодня им 3 недели. Покажу вам, как они подросли. Вот. Сейчас пойдем посмотрим, что-то мой муж нам готовит на обед. Ой, вот такое небо голубое сегодня у нас. Немножко прибрались у нас здесь на участке. Ну, еще все сыро, но немножко сгребли после этих ветров. Столько мусора здесь было. Так, сейчас пойдем посмотрим.
У меня кругом висят постиранные пледики для моих собачек. Стирка идет день и ночь. Меняем, убираем. Вот. Так, что там готовит наш муж? Так, сегодня у нас вот так вот по новому рецепту что-то. Он решил завернуть в фольгу. Там картошка и ребрышки. Сначала хочет немножко их протушить так в фольге, а потом развернуть и еще обжарить. Посмотрим потом в конце, что у нас получится. Вот, все шипит, как всегда. Погода шепчет. Так, моя малышня здесь. Радуется тоже солнышку. Ой, когда хорошая погода, прям настроение поднимается. Вообще прелесть. Еще елка стоит. Но она живая вообще. Не знаю, будет она расти или нет. Так, ребят, зашла в дом. Здесь мы встречаем гостей, иногда угощаем их кофе. Лежат бумаги, все показываем, рассказываем. Так, и вот мои малыши. Вот мои красавцы. Уже 5 щенков у нас зарезервировано. Как происходит процесс? Люди приезжают, прям приезжали издалека. Недавно были, ехали за 600 километров. Посидели у нас, выбрали. Если они решают брать, то они оставляют небольшой взнос, делают, чтобы мы уже знали, что они его конкретно будут брать. Вот, так что, кто хочет себе щенка, поторопитесь, иначе их скоро разберут. Вот, кто хочет девочек, кто хочет мальчиков, посмотрите, какая красота. Они сейчас уже становятся на лапки, начинают бегать. Сегодня я хотела подольше поспать, но не получилось, потому что они кричат, пищат, хотят кушать. Вот, вот такая вот прелесть. Положили им сюда пеленочку, потому что мы заметили, что они в этот угол чаще ходят писать у нас. Ну так вот, я хотела сегодня поспать, но пришлось мне их подкармливать, потому что они все голодные. Все чаще и чаще приходится их подкармливать. Вот, стрижем им каждую неделю коготочки. Они не длинные, но они очень острые, и они царапают потом в имя моей собаки. Поэтому приходится их немножко подрезать. У нас специальные ножнички есть. Сейчас покажу, где-то у меня здесь ножнички. Вот такими ножничками. Специальными мы им вот так вот подрезаем, в общем. Было бы интересно, конечно, если бы они сейчас бегали, посмотреть, как они ходят. Они еще не уверенно, конечно, передвигаются. Но когда спят, это вообще сама милота. Боже, боже, боже. Какие они хорошенькие. Вот, так что щеночки наши растут. Интерес у людей есть. Так что посмотрим, сколько у нас зарезервируют, сколько останется еще, как долго этот процесс продлится. К тому моменту, когда мы будем отдавать щенков уже, они будут, будем их глистогонить, потом прививать, будут им вшиваться чипы, будут у них паспорта, то есть мы их подготавливаем как положено, чтобы все... чтобы люди брали и знали, что собака здоровая, не больная. В общем, все как положено, все это будет делаться. Поэтому вот так вот они вот выглядят. Ну, прелести какие, господи. Покажу вам еще. Немножко все отличаются по цвету. Кто-то темнее, кто-то светлее. Но все очень хорошенькие. Вот. Ребятки, присела немножко отдохнуть, потому что с собаками, конечно, очень много работы. И встречать людей, каждому все рассказывать, на это, конечно, уходит куча времени. Поэтому сейчас, пока готовится там наш обед, решила вам еще рассказать немножко информации. Может быть, многие, кто меня смотрит в Германии, многие тоже держат шпицев. И вот, кто хочет заняться щенками, кому, может быть, нужен кобель. Так что милости просим, наш Арчик готов, я снимала для вас видео, готовила, но шел такой сильный дождь, и
В общем, у нас так ничего не получилось, поэтому я это видео выпускать не буду, расскажу вам так. В общем, периодически к нему приезжают невесты, собачки, кто хочет тоже иметь щенков. Вот, эта услуга тоже платная, поэтому если у кого есть желание, кто хочет, так что приезжайте к нашему Арчику, мы создадим вам все условия, и вы также можете иметь красивых щеночков. У нас померанский шпиц. Если это не получается таким естественным путем, это можно делать и у врача, берется его биоматериал, и там как-то все это происходит. А такое мы еще, конечно, не делали, пока у нас все получалось своим естественным путем. Ну, в общем, этим мы тоже таким занимаемся, поэтому, может быть, кому-то надо, пишите, звоните, и всегда можем договориться. Так, ребят, наш обед готов. Здесь у нас наиполезнейший салатик с брокколи. Так, вот хлебушек жареный, мяско пожарили. Так что будем сейчас обедать. Всем приятного аппетита!